Чувашском государственном университете имени Ульянова открыли фотовыставку, посвященную строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Эта выставка формировалась силами сотрудников и студентов, родные которых были непосредственными участниками событий 41-42 годов. Ее основой легли архивные документы, фотографии, воспоминания. Их сохранили в большинстве семей. Я горд и рад тем, что одна из частей этой экспозиции непосредственно отражает роль и место моего деда и отца в том великом деле, которое должно было обеспечило нашу великую победу. Деду было более 50 лет, а отцу было всего 15 лет. И вот в таком возрасте запрещено было, так, реально в этом возрасте участвовать, а его привлекли. Здесь нет ничего лишнего. Экспозиция, посвященная трудовому подвигу, построена в хронологической последовательности. Места, строительство, численность людей, временные рамки. Не упущен ни один факт. Наталья Николаева одна из первых передала семейные фотоархивы для выставки. Вот это самое главное, что мы в людях смогли зажечь огонь гордости и радости, так скажем, сопричастности к тем событиям. Я думаю, что благодаря университету это будет еще больше пролонгироваться, потому что молодежь всегда являлась носителем, так скажем, трендов, да, в обществе. Выставка станет передвижной. Ее ждут в школах республики. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика.